Да, может быть, хорошо. Вот. Ну, у них хотя бы будет запись, у нас записи не будет. Давайте познакомимся, кто впервые на вебинаре. Кто еще ни разу ничего не слышал о Инстайме, кому впервые дали ссылку. Так, немного людей, хорошо. А кто уже в Инстайме длительное время, у кого уже есть аналитика своих? Я вас понял. Хорошо. У нас тут больше людей активных, больше людей, которые уже сделали минимальную активность, потому что на самом деле это вообще не сложно. То есть сделать минимальную активность, которую мы мотивируем, за которую мы даем очень много разных преимуществ, бонусов и так далее, это немного. Вот, ребята, 22 личных, 8. Это очень хорошо. Тогда маленький экскурс для 100 человек личных. Вот это круто, круто очень. Тогда маленький экскурс для людей, которые впервые с нами. Что такое платформа Instime? Instime — это платформа, которая позволяет быть замеченным. То есть есть проблема на рынке очень большая. В Инстаграме 1,5 миллиарда пользователей. И все ключевые позиции, то есть все знаменитости, все звезды футбола, все звезды там, спорта, все звезды просто как комедии и так дальше, все уже везде занято. Выбиться в топы, стать одним из известных, подняться на их уровень очень тяжело. Потому что и так очень много там различных фитоняшек, очень много мам с детьми, которые дают советы, очень много поваров, очень много всех, и больше никому не нужно, они уже никому не интересны. То есть какие-то свои сформировавшиеся люди, за которыми следят, и таких же похожих одинаковых мало кому хочется видеть. То есть либо нужно придумать что-то максимально эксклюзивное, максимально новое, что очень тяжело, то есть по факту это там целое открытие нового рынка. Это реально очень тяжело, и если это получается, то 1 на 1 миллион. Вот. Соответственно, зачем нужен Instagram? Instagram дает шанс быть замеченным. Instagram дает шанс попасть в топы, попасть в рекомендации. Instagram дает шанс стать одним из тех людей, за которыми вы постоянно следите. Стать известным блогером, стать известным бизнес-тренером. Показать себя. Донести то, что вы хотите донести миру. То есть у каждого из нас есть какая-то там цель, зачем мы в Инстаграме. То есть мы там либо смотрим видео, либо убиваем время, либо мы хотим чего-то добиться, либо мы хотим зарабатывать. Вот если прозарабатывать, то реально очень много людей хотят зарабатывать в Инстаграме. То есть сейчас уже какая-то новая профессия у детей появилась, то, что я хочу быть мамой, я хочу быть блогером, либо папа, я хочу быть блогером, я не хочу в университет, я хочу быть блогером и так дальше. Почему? Потому что блогеры, они зарабатывают очень много денег. И по факту у них нет ни каких-то там прямых обязанностей, ни прямых требований, ничего нет. То есть просто поснимал себя, получил много подписчиков, все, ты можешь быть блогером, зарабатывать деньги на рекламе. И поэтому у всех есть такая мотивация легких денег. Соответственно, очень большой формируется рынок, который готов будет работать. Instagram дает, если говорить прям подробно, он дает лайки, он дает комментарии, он дает сохранение и просмотры от живых пользователей. Вся эта суммарная активность выбивает ваши посты в топ рекомендации. Дальше уже по вашим интересам, по интересам, по локациям, которые вы поставили, по местоположению, по хэштегам, вы получаете себе уже свою целевую аудиторию, по которой вы продвигались. Вы получаете людей, которым потенциально вы должны быть интересны, либо вы считаете, что вы им интересны. Помимо этого, готовится большой целый курс обучения. То есть, если у вас не получается, если вы попадаете в топы, но при этом вы там висите день, два, три, но не получаете много подписчиков, либо там много, большую аудиторию, специально для вас сейчас готовим курсы обучения. То есть, чтобы человек не просто попадал в топы рекомендации, чтобы он еще понимал, как правильно попадать, чтобы он понимал, с каким контентом попадать туда, чтобы он понимал, какой должен быть призыв действовать, чтобы получить тебе подписчика. Это если мы сейчас берем продуктовую часть. Также Instagram — это новые рабочие места, это возможность заработать для каждого. Причем, насколько легкая возможность, что мы прям сами по чуть-чуть удивляемся, скажем, днем и днем. То есть сейчас в Instagram заработали люди, там, очень много людей, более 10 тысяч долларов за 3 недели. То есть я по себе скажу, я вообще айтишник, всю жизнь работал в IT, я понимаю, почему пошел, конечно же, потому что интересная работа, тебя никто не мучает, и потому что очень много денег. Соответственно, почти все айтишники, как бы там не скрывал, никто не лицемерил, идут в IT за деньгами. И вот если брать зарплату айтишников, топовых айтишников, то примерно это 120-150 тысяч долларов в год.
При этом вам нужно обучаться, ну, минимум там, лет 10. То есть вам нужно 10 лет сидеть и учить программные языки. Вам нужно иметь большой опыт, вам нужно иметь хорошую репутацию, профессионально чистую. При этом знать очень много математики, всяких алгоритмов, всяких теорий игр. То есть всю высшую математику, все языки. То есть постоянно быть ответственным за свою работу, чтобы если вы сделали какую-то большую компанию, какой-то продукт им, чтобы он не сломался, все пользователи его не потеряли. Соответственно, блогерам намного проще. То есть они вообще ничего не делают. И в Инстаграме намного проще. Потому что в Инстаграме идеология такая, что каждый человек должен позвать 3. И просто научить их делать тому же. Если каждый человек в Инстаграме позовет 3 своих товарища, а у нас таких людей очень много. То есть практически все, кого мы знаем, наши друзья, там, наши знакомые, у них по-любому есть аккаунт в Инстаграме. По-любому с какой-то целью они его сделали. То есть нам легко его посоветовать, чтобы люди тоже подключились к Инстаграму. И не нужно там советовать, пытаться заставить там 5000 человек подписаться. Это не такой вот сетевой маркетинг, как вы обычно привыкли его видеть. Идеология в том, что позвать 3 человека, научить их тому же. Вот если мы идем по этой формуле, то первый месяц мы уже отбиваем себе подписку, плюс получаем там минимальную, даже не минимальную, а среднюю зарплату по вашему региону, практически по всему СНГ эта зарплата средняя, первый месяц вы уже получили. То есть вы позвали 3 человека, сказали, друзья, зовите по 3 за неделю. Если вы позовете по 3 за неделю, вы себе получите 2 раза больше трафика, и вы получите себе следующий месяц. Да, про блогера все расскажу. Тут просто есть 2 формата блогера. И один формат сейчас Инстаграм активно развивает. Вот, сейчас про способ заработка в Инстаграме. То есть, ребята, позвали 3 человека и сделать то же самое. За это вы получите 2 раза больше трафика, вы сэкономите очень много денег, потому что услуга, которую дает Инстаграм, на рынке стоит в 5 раз больше. То есть ее ценность очень большая. А если вы делаете всего лишь 3 приглашения в первую неделю, вы получаете 2 раза больше этой активности. Далее, если вы сделали это первую неделю, вы получаете себе следующий месяц бесплатно. Также, если вы это сделали, вы получите себе обучение бесплатное и еще там просто одно бомбезное обновление, которое мы объявим чуть-чуть позже. Вот, реально вы получаете очень много бонусов. Если идет все по такой стратегии, на второй месяц ваш ежемесячный доход, стабильный доход, составляет около 20 тысяч долларов ежемесячно. То есть айтишники такие деньги не зарабатывают вообще. Юристам нужно делать свою компанию, чтобы заработать такие деньги. То есть это примерно 240 тысяч в год. То есть даже если вообще возьмем там Америку, самые топовые компании, это реально очень большие деньги. А все, что для этого нужно, это позвать 3 человека, и чтобы на протяжении 2 месяца вы были с ними вместе активно. Чтобы 2 месяца, чтобы вы помогали им развивать проект, чтобы вы им советовали, чтобы вы им помогали, чтобы вы их обучали, чтобы вы их мотивировали. Не нужно искать там 200 человек. 3 человека найдите и обучите их делать то же самое. И просто формируйте себе команду. За 2-3 месяца уже большинство из вас может закрыть свои минимальные потребности. Для кого-то там максимально важно купить себе собственное жилье, жить отдельно от родителей. Для кого-то важно оплатить обучение своим детям. Для кого-то важно купить себе машину новую, либо купить себе просто машину, либо дачу. То есть это все реально возможно. Рынок сейчас около 10 миллионов запросов целевых. То есть 10 миллионов человек ищут эту услугу. Из них только 50 тысяч человек сейчас в Инстаграме. То есть, грубо говоря, еще там 9 миллионов 950 тысяч человек свободных, которые могут зайти в платформу. Это люди, которые сами ищут. Помимо людей, которые захотят, если вы им расскажете. Потому что для каждого человека это реально очень хорошая инициатива. По пирамиде потребностей Маслоу каждый человек хочет быть услышанным. То есть человеку более важно быть услышанным, более важно, чтобы его слышали и его идеи ценили, чем поесть и поспать где-либо, чем его собственная безопасность. Вот. А отличие про блогерство. Почему еще Инстаграм продукт интересен для блогера в том числе? Сейчас сам Инстаграм, он режет постоянно охват блогерам. Он пытается сделать из блогеров работников. То есть в каком плане? Если блогер начинает теперь вести ленту свою неактивно, то есть пропадает там на неделю, на 2 Инстаграма, его подписчики начинают его видеть менее часто. То есть, соответственно, пытаются блогеров заставить быть активными, постоянно вести контент, чтобы постоянно поддерживать активность пользователей в Инстаграме. Вот. А почему важно, почему интересно в этом плане еще Инстаграм? Все пользователи, которые в вашей команде находятся, это ваши подписчики. Плюс подписчики, у них есть логическая связь. Почему? Потому что, во-первых, все, кто выполняет вам задания, они в любом случае подписаны на аккаунт компании. То есть это не люди, допустим, вот вы находитесь в Алмате, либо Киеве, либо Москве, и вас лайкает там человек с Индии, либо человек с Китая, который с вами никак не связан.
вся, весь обмен активностью происходит в платформе, и все между собой связаны. Можно, это может быть не ваша линия, это может быть не ваша команда, это может быть другой человек, но у вас есть связь с ним, потому что вы подписаны на аккаунт компании, и он подписан на аккаунт компании. Соответственно, помимо того, что все эти алгоритмы, все эти формулы, они положительно влияют на ваш аккаунт, влияют на ваш рейтинг и на увеличение охвата. То есть даже если вы убили себе аккаунт каким-то giveaway, убили себе аккаунт каким-то накрутками и так дальше, с помощью именно Instagram как инструмента вы можете его реабилитировать. То есть вы сможете сделать так, чтобы опять ваши подписчики видели ваши посты. Соответственно, честно говоря, вот если у меня когда возможность, когда я вот выбрал идти в IT, когда я днями, ночами сидел, учил книжки, учил математику, сказали, что будет такая платформа, которой просто нужно сделать три человека, которой просто нужно откинуть условия, не думать там о чем-то плохом, а взять тебя, заставить посоветовать людям, посоветовать реально хороший продукт. И через 3 месяца я уже смогу иметь себе там все, что я хочу, я бы, наверное, так и сделал. А, я объясню сразу по поводу механики работы Инстаграма. У нас есть специальный отдел людей, которые постоянно тестируют его на различные смены алгоритмов. А сам Инстаграм, ему невыгодно объявлять о том, что вот, ребята, всем привет, мы поменяли свои алгоритмы. Потому что что делают люди? Сразу изменят алгоритмы своих сервисов по накруткам и так дальше. А даже вот по технической части, по партнерству Инстаграма с другими сервисами. То есть у Инстаграма есть общедоступный API. То есть это такой технический шлюз между двумя проектами. Инстаграм передает информацию людям. 21 декабря 2017 года было озвучено официальное обновление этого шлюза. Соответственно, 21 декабря они обновили, но еще да, на следующий месяц, через месяц ровно, они обновили еще раз, но об этом уже никто ничего не знал. И все сервисы, которые сотрудничают с Инстаграмом, получили сбои, получили ошибки, вы, наверное, их помните. Да, почему? Потому что Инстаграму больше не выгодно объявлять о своих там сменах алгоритмов, потому что все сервисы по накруткам, которые не особо он их воспринимает, по накрутке, вот, в общем, любой автоматизированный сервис, то есть, который вместо вас лайкает, который лайкает не живых аккаунтов дальше, Инстаграм такой не любит. Соответственно, он меняет свои правила таким образом, чтобы об этом никто не знал. Вот. А по поводу бонусного месяца. Только первый месяц, первые 7 дней. По поводу увеличенного трафика в 2 раза, у вас должно быть 3 активных личника. Вот. Я передаю слово Вадиму, нашему амбассадору, главному лицу молодежи. Вадим Скляр, слово. Всем большое спасибо, ребят. Так, друзья, всем добрый вечер еще раз. Вот я 286 участников. Очень сильно спасибо огромное вам, что сегодня решили присоединиться к нам. Спасибо, что решили провести этот вечер с нами, потому что, поверьте мне, что ту информацию, которую мы сегодня постараемся вам дать, которую Вадик уже начал давать, которую я буду говорить, но вы ее, в принципе, сейчас еще нигде не увидите. Прошу очень сильно сейчас не писать никаких моментов в чат, не писать, не флудить, только все по конкретике. Я в конце закончу презентацию и отвечу на все ваши вопросы, которые будут интересовать в зависимости от того, по времени смогу ли я это сделать или нет. Поэтому еще раз хочу сразу перейти к тому, что покажу презентацию. Покажу презентацию и вкратце объясню, что такое сервис, потому что я прекрасно понимаю, что есть люди разных поколений. Есть активные пользователи Инстаграма, есть люди, которые там каждый день проводят, есть люди, которые зарегистрировались только из-за того, что они зарегистрировались в Инстаграме. Поэтому Инстаграм нам еще ручкой должен помахать за то, что мы им приводим клиентов. Вот, поэтому сейчас сделаю демонстрацию экрана и включу презентацию. Так, друзья. Я постоянно сейчас. Так, давайте финалочку проверим. Работает у вас презентация, показывает вам полностью экран, видно? Напишите, пожалуйста, плюсик в чат, если видно хорошо.
Супер, все, отлично, отлично, все, тогда теперь начинаем. Фух, спасибо вам огромное, что, я же говорю, что решили посмотреть нас с Вадимом, а не Порошенко с Зеленским, потому что я буквально только что включился на 2 минуты, посмотрел, да, интересное тоже действие там происходит. Друзья, начнем. Что такое Instime? Instime – это первая в мире площадка, первая в мире платформа для органического продвижения и монетизации своей социальной активности в Инстаграме. У каждого из вас есть профиль в Инстаграме. Каждый из вас там ставит лайки, пишет комментарии, сохранения. Но делает это бесплатно, за исключением, конечно, блогеров, которые там на этом уже зарабатывают деньги. Благодаря этой платформе вы сможете не просто монетизировать свою активность, а еще и привлечь живую, платежеспособную аудиторию, которая будет добавляться органически, без ботов, без накруток, без каких-то серых и левых методов. Если у вас уже частые самые вопросы были, как можно использовать Инстаграм, чтобы сделать свой бизнес процветающим, потому что Инстаграм – это сейчас на данный момент одна из самых крутых рекламных площадок, одна из самых движовых соцсетей, в которой находится очень много пользователей, в которых очень много целевых потенциальных клиентов, потому что для меня, как для предпринимателя, и для вас, тех людей, которые его смотрят, важно инвестировать только в те рекламные каналы, где мои потенциальные клиенты проводят больше всего времени. И на данный момент Инстаграм – это та площадка, в которой люди проводят от часа в день. Просто вдумайтесь, в день люди проводят час от того, что они смотрят фотографии, пролистывают сторис, друг другу пишут комментарии. Целый час – это средние цифры, там 45 минут по статистике. И вот представьте, а что если свой бизнес показывать в этой площадке, где люди постоянно это видят? Поэтому лучше сейчас, чем Инстаграм? Нет. И это подтверждает статистика рекламных бюджетов, потому что с Гугла, с Ютуба, с Фейсбука, с разных рекламных площадок рекламные бюджеты перетекают именно в Инстаграм. Дальше. Как можно монетизировать свою аудиторию на десятки и сотни тысяч долларов? Как можно увеличить рейтинг своего аккаунта в Инстаграм? Как можно увеличить подписчиков на 100, 200, 300 тысяч, 1 миллион? Это все реально. Как я могу развивать свой личный бренд, не тратя на это много времени и усилий? И как я могу стать популярным, зарабатывать на своем Инстаграме? Как можно зарабатывать, рекомендуя платформу другим? То есть на все эти вопросы я постараюсь вам ответить в ходе своей презентации. Поэтому, пожалуйста, не отвлекайтесь. Так вот, почему именно Instime выбрал платформу Instagram? Потому что на данный момент это сейчас самая вовлеченная, самая активная, самая быстро развивающая соцсеть в мире. Просто вдумайтесь в цифру. 1 миллиард 700 миллионов зарегистрированных пользователей. Полмиллиарда пользователей заходит в Instagram каждый день. Более 1 миллиард 400 миллионов ставится лайков ежедневно. Больше 1 миллиарда постов публикуется ежедневно. Вдумайтесь просто, какие это бешеные цифры. Еще 2 года назад мало кто был зарегистрирован в Инстаграме. Были многие, больше молодое поколение. Но сейчас все уже поняли, что Facebook уже немножко по-другому начал работать, потому что он вырезал охваты, там другие метрики уже происходят. И поэтому в Инстаграм буквально за последний год зарегистрировалось больше 1 миллиарда пользователей. Вот представьте, за 2018 год больше 1 миллиарда пользователей зарегистрировалось в соцсети. Это бешеный рынок. И почему Instime выбрал именно Instagram? Потому что на данный момент более 10 миллионов запросов на продвижение в Инстаграме существует по статистике Гугла ежедневно. То есть представьте, 10 миллионов потенциальных клиентов ваших, потому что вы дистрибьюторы, те люди, которые распространяют платформу, 10 миллионов потенциальных людей, которые ищут этот продукт, которые хотят купить эту услугу, которым не нужно объяснять, которые мотивированы, потому что они в ней нуждаются. Это только те, кто ищет. Без того запроса, который понимают, без того, что еще из 1 миллиарда пользователей огромное количество людей не понимает еще всех возможностей. И я часто повторяю, что Инстаграм недооценен в СНГ. Почему? Потому что в Америке есть очень много блогеров, у которых 100, 120, 130 миллионов пользователей, подписчики. В России это кто? Это Бузова, это Тимати, это Настя Ивлеева. Это максимум до 20 миллионов подписчиков. Вот представьте соотношение 130 миллионов и 20 миллионов. И вот тут рекламная интеграция, один пост. Люди берут за нее от 1 миллиона долларов. Вот представьте, 1 миллион долларов за то, что какая-то звезда, какой-то лидер мнения, какой-то там инфлюенсер напишет пост. Для него это усилие всего лишь написать пост и отправить. Для вас это заплатить 1 миллион долларов. В России история абсолютно другая, но тем не менее, с приходом эры диджитализации, когда уже все в смартфонах, когда все уже просыпаются и засыпают с телефоном, когда каждый день свободная минутка, в ресторане ждете покушать телефон, в транспорте едете, что-то ждете телефон,
абсолютно везде люди живут с телефоном. И именно в Инстаграме они проводят больше всего времени. Поэтому, я думаю, тут уже очевиден и ясен вопрос, почему именно Инстаграм. И услуга, которую предоставляет Instime, она повышает взаимодействие аудитории с вашим контентом в виде дополнительного трафика на ваш Инстаграм-аккаунт. Потому что единственный метод сделать свой аккаунт в Инстаграме популярным, продвинуть его, это количество взаимодействий с вашей аудиторией, это рекламные интеграции, это коллаборации с блогерами, это таргетированная реклама. Но это все, на это все уходят огромнейшие деньги. У меня просто один из проектов, параллельно моих, это параллельно еще диджитал-агентство. И поверьте мне, я у клиентов беру минимум чек за услугу за свою $800 плюс рекламный бюджет $500. Кост составляет $1300. Но при этом я не могу обеспечить 60 тысяч лайков, 500 комментариев, 100 тысяч просмотров и 2000 сохранений. Я просто чисто физически не смогу сделать это органически. И на данный момент, я почему говорю всегда, Instime — это уникальнейший сервис, уникальная услуга, аналогов которой нет на рынке. Потому что нигде в мире сейчас, на данный момент, вы за $58 не купите такое количество трафика. А мало того, платформа еще сделана специально так, чтобы это количество трафика вам удваивалось, всего лишь если вы выполните малейшее действие. Это порекомендовать платформу троим своим друзьям. Потому что сейчас расскажу. Вот, у нас сколько уже людей? 311 человек, спасибо вам огромное. Вот, поэтому возвращаюсь. И Инстаграм сейчас работает по такому алгоритму, что ваши публикации, ваши посты не показываются на всю вашу аудиторию, не показываются на всех ваших подписчиков, не показываются на всех ваших людей, которые подписаны на вас. Объясню почему. Потому что он постоянно идет к монетизации, он постоянно урезает охват. Он делает так, чтобы вы, люди, которые пользуетесь Инстаграмом, которые публикуете свой контент, оплачивали таргетированную рекламу, чтобы она вас крутилась на вашу аудиторию и на другие аудитории, там по интересам в зависимости. Кто знает, что такое таргетированная реклама, те поймут. Кто не знает, можете ознакомиться в гугле. Вот, и сейчас, если, к примеру, у меня, допустим, сейчас вот объективно, у меня мой Инстаграм Вадим Скляр. Кто, кстати, не знает, можете подписаться, я там новости об Инстаграме постоянно публикую, каждый день. Вот, Вадим Скляр, вот. И у меня, допустим, 36 тысяч подписчиков. У меня сторис, просмотры максимум, это 5 тысяч человек. То есть всего лишь 5 тысяч человек видит мои сторис. Посты мои видит максимум 10 тысяч человек. Не все 36, а всего лишь 10. Потому что Инстаграм меня специально призывает к тому, чтобы я оплачивал, к тому, чтобы я вкидывал деньги в продвижение свое. И этот кост, он намного больше в разрезе на эти цифры может быть, чем $58. И только благодаря тому, что ваша аудитория с вами быстро взаимодействует после публикации, только благодаря тому, что вы получаете после публикации лайки, комментарии, сохранения, и то, насколько быстро вы их получаете, от этого зависит, на какую аудиторию продвинется ваш пост, сколько людей увидит. Потому что если Инстаграм видит, что количество лайков, там, маленький проявленный интерес, количество комментариев тоже маленькое или их вообще нет, никто не ставит на ваше сохранение, он не будет показывать большему количеству ваших подписчиков. Мы сейчас, заметьте, мы сейчас говорим только о подписчиках, не о какой-то другой аудитории, а только на ваших подписчиков. Людей, которые сами на вас подписались, которые нажали вот следить за вами и все. И они все не видят вас. Поэтому от количества взаимодействий аудитории с вашим контентом зависит то, насколько быстро Инстаграм будет показывать и насколько быстрее в топ будет поднимать ваш пост, потому что ранжирование постов от этого зависит напрямую. И точно такая же история с Инстасторис, потому что опытные маркетологи с американского рынка, я просто очень много слушаю по конверсии, по трафику американских лекторов, которые в маркетинге очень серьезны, потому что вы же понимаете, что все идет с Америки. Абсолютно все, что внедряется в маркетинге, оно все идет с Америки. И наши СНГшные эксперты, они летают туда, обучаются и привозят сюда все метрики. Так вот, эксперты говорят, что сейчас вот Инстаграм работает по такому алгоритму, что если вы хотите постоянно, чтобы ваши сторис появлялись вот на первом развороте в топ-5, именно сторис, ваша иконка, то сторис нужно обновлять каждые полтора часа. То есть каждые полтора часа именно сторис обновлять. По постам рекомендации идут 20 постов в месяц. 20 постов в месяц – этого достаточно, чтобы быть постоянно с аудиторией на связи, чтобы аудитория постоянно вас читала, чтобы вы никуда не пропадали с поля деятельности, с поля зрения вот этого экрана на телефоне. Поэтому Instime дает вам возможность на вот этот свой профиль, на свои публикации, видеопубликации, фотопубликации сделать такой буст,
и поднять их, просто не то, что поднять, а чтобы их просто ракетой вынесло в топ по хэштегам и в топ по геолокации. Геолокация — это то место, отметка, которую вы ставите, когда публикуете фотографии, то есть место. Если я сейчас нахожусь в Киеве, моя геолокация, которую я ставлю на публикации, Киев. Если я сейчас публикую фотографию, связанную с автомобилем, я пишу хэштег «автомобиль», второй хэштег «Porsche», третий хэштег «Macan», четвертый «Вадик Бизнес». Вот. И именно по этим хэштегам, благодаря тому, что быстро со мной будет взаимодействовать аудитория, быстро буду набирать лайки, быстро буду набирать комментарии, быстро буду получать сохранения, именно это меня вынесет в топ. И я, когда все люди, которые будут искать по хэштегу «автомобиль», просто в Инстаграме находиться по хэштегу «автомобиль», они будут меня видеть в топе, они будут меня видеть на первом месте. Это я просто, к примеру, объяснил, чтобы на пальцах объяснить, как это вообще происходит. И мы сейчас получили больше 100 кейсов, сейчас они упаковываются. Сейчас, кстати, работа идет 24/7, вся команда загружена полностью. Видеоролики, оформление, чат-бот, все делается для того, чтобы, ребята, вам было лучше работать, вам быстрее работать, качественнее. Поэтому мы получаем обратную связь, мы хотим еще лучше сделать сервис, поэтому все абсолютно пожелания, которые вы видите, которые могли бы улучшить сервис, мы все принимаем. Спасибо вам огромное за это, то, что вы пишете, потому что вот именно в такой синергии можно сделать продукт, который будет не то что популярен на весь мир, а который будет полезен всему миру, потому что главная задача Инстайма — это не дать вам лайки, комментарии, просмотры, сохранения. Главная задача Инстайма — это дать вам возможность так, чтобы вас узнало больше людей, дать вам возможность, чтобы о вашем бизнесе узнало еще больше целевых клиентов, дать вам возможность, чтобы вашу услугу продвинуть еще больше массы, увеличить количество ваших продаж, увеличить количество трафика на ваши публикации, увеличить количество просмотров ваших учетных записей. То есть сделать с вашего профиля, который вы сегодня зарегистрировали, профиль, у которого будет много просмотров, много комментариев, много лайков, много сохранений органических, не каких-то ботов и не каких-то накруток, а чистого органического трафика. Потому что сейчас мы уже все убедились, что сервис работает только 29-й день с момента официального предстарта, и уже за 29 дней пересекли отметку 70 тысяч регистраций с 94 стран мира. Вот просто вдумайтесь в эту цифру. Какие еще нужны объяснения? Наша вся команда публичная. Вадим публичен, я публичен, все абсолютно в команде публичны. Все абсолютно показывают, как все работает. Мы не какие-то там засланные ребята, которые просто... Какие-то студенты, которые собрались и решили просто продвинуть какую-то услугу. Нет, это сервис с международной юрисдикцией, с международной регистрацией, с регистрацией там, где зарегистрирован Telegram Павла Дурова, с публичной всей командой, с прозрачной абсолютно системой, потому что сервис платит налоги. Сервис может функционировать абсолютно по всем странам во всем мире. Сервис работает с той платежной системой, которая не работает ни с одной компанией, у которого есть больше, чем одна партнерская линия. Это Фонди, международная платежная система Фонди. Потому что, чтобы работать с такими системами, нужно очень много документации, нужно очень много документов, которые действительно будут подтверждены. И руководство Фонди само сказало, что вы первая компания в мире, которая сейчас вот имеет больше одной партнерской линии, и мы с ними работаем. Сервис работает с международной платформой денежной, финансовой e-payments. Многие знают ее, многие уже увидели, что она это тоже компания, которая работает несколько лет на рынке, и она имеет очень сильный авторитет, поэтому уже, я думаю, все те, кто хотел, для себя уже поняли, что сюда Инстайм пришел надолго, сюда пришел Инстайм в чистую, белую, открытую, потому что политика, которая соответствует работе, она не нарушается абсолютно ни один из пунктов политики Инстаграма. Это я сейчас ответил на вопрос, а что если Инстаграм? Ничего. Пока что. Потому что все абсолютно, что написано сейчас в политике работы Инстаграма, сервис Инстайм не нарушает ни один из пунктов. Поэтому сейчас возможность для того, чтобы продвигать свою услугу, свой бизнес, свой аккаунт, свой личный бренд, раскручивать свой профиль, аналогов на рынке нет. И нигде за $58, я еще раз повторюсь, будет такое количество трафика, не купите. Потому что комментарии, лайки, просмотры, сохранения — это то, что происходит внутри самого Инстайма. Это те люди, которые подтвердили свои намерения, это те люди, которые платежеспособные, это те люди, которые оплатили $58, убедились в том, что все работает, и сами выполняют задания, потому что сервис сам их мотивирует выполнять задания, потому что
только всего лишь потратив в день 10 минут вашего времени, вы получаете возможность собрать огромнейшую аудиторию подписчиков в своей команде. Вы получаете огромнейшую возможность заработать, ну, космические деньги, потому что те, кто уже пересчитали партнерскую программу, те все понимают, что тут не 5, 10, 20 долларов каких-то, тут не 1000 долларов, тут большие, огромные деньги. Я просто не называю суммы, потому что многие не знают, как выглядит даже 100 тысяч долларов. И когда ты говоришь, что в сервисе можно заработать 13,5 миллионов долларов в партнерской сети, когда она полностью на 21,5 миллиона человек расширена, люди говорят, да нет, это невозможно, это нереально. Как это так? Команда с Украины, как это так? Да нет, не может быть такого. Нет, друзья, на самом деле вот серьезно сейчас происходит 21 столетие, эра диджитализации, эра, когда уже весь бизнес офлайн потихоньку вымирает. И если ты сейчас не представлен в интернете, если тебя сейчас нет в онлайне, то тебя нет вообще. Потому что если люди проводят в онлайне сейчас больше времени, чем в реальной жизни, все понятно. Поэтому Instime – это возможность абсолютно каждому из всех людей, которые сейчас смотрят эту трансляцию, сделать так, чтобы 329 человек, ничего себе, обалдеть, спасибо вам огромное. Сделать так, чтобы о вас, о вашей услуге, о вашем бизнесе, абсолютно о всем том, что вы хотите продвинуть в массы, еще больше людей узнало. Но не просто людей, а людей, которые платежеспособные, которые заплатили 58 долларов, которые изучили эту всю информацию. Потому что я же говорю, что мы больше 100 кейсов уже сейчас упаковываем, там, где люди, пользуясь сервисом неделю, 2 дня, 3 дня, 4 дня, благодаря тому, что продвигали свои публикации, попали в топы, из топов получили клиентов. К примеру, я занимаюсь айфонами, я проживаю в Киеве, я пишу какой-то пост, да, еще минутку, друзья, если вы там будете публиковать контент, который низкокачественный, то есть плохие фотографии, нехорошо оформленный текст, ненормальный копирайт, то есть с этим тоже нужно относиться с ответственностью, потому что ваш Инстаграм – это ваша визитка, это ваше лицо, и если у вас вот тут вот такое, то люди не будут за этим наблюдать. И я сейчас не говорю о харизме, я сейчас не говорю о конкретно каких-то вещах, я просто говорю о банальном оформлении фотоконтента и текста. Поэтому, если кто-то не знает, сейчас уже делается, вот сейчас мы как раз сегодня утвердили обучение, делается обучение по Инстаграму, вам будет намного проще всем пользователям, обучение по Инстайму, чат-бот делается, который вам будет намного проще помогать, если у вас возникают какие-то моменты, там, проблемы, чтобы не писать службу поддержки. То есть все практически сейчас происходит, и вы все находитесь на предстарте компании, вы все находитесь на предстарте официального запуска, потому что официальный запуск сервиса, официальное открытие компании, официальный старт, вот, который мы там так условно называем, он будет 21, 22, 23 июня на побережье Средиземного моря. И сейчас те люди, которые пользуются Инстаймом, это люди-первооткрыватели. И сейчас те люди, которые сделают результат в Инстайме, это те люди, которые будут иметь огромное количество подписчиков, это те люди, которые выбьются, ну, я думаю, вы о возможностях и перспективах сервиса уже понимаете. Кто не понимает, обратитесь к человеку, который вас привел на эту конференцию, который вам порекомендовал посмотреть эту трансляцию, обратитесь к нему, пусть вам даст ссылку, пусть вам изучит, пусть вас введет в курс. И лидеры, которые смотрят, я вас очень прошу, взращивайте людей. Не нужно гнаться за деньгами, не нужно свою ссылку просто вот так рассылать всем подряд и говорить, на, тема, заработай денег. Не надо, потому что я вам расскажу обычную историю. У меня мой Инстаграм, я там, не знаю, кто там не знает, что я везде Инстайм там пишу, но даже такие люди находятся, которые мне в личку пересылают сообщение, Вадик, на, тема, заработать денег. Человек не знает, какое я отношение имею к Инстайму, человек не знает, абсолютно не смотрит за мной, но он мне ссылку бросает. О чем это говорит? О том, что началась вот такая лихорадка, гонка за деньгами, когда люди не готовы, не хотят, нет желания, но есть желание заработать денег. Я говорю, не готовы разобраться, не готовы потратить свое время, чтобы объяснить, но они готовы быстро срубить рефералку. И это вот часто встречается у таких товарищей, которые, кроме того, как какие-то сомнительные компании, какие-то там компании, которые закрываются через месяц, через год, через два. Вот такие клиенты так поступают. А те люди, которые пришли с настоящего мира, сетевого мира, лидеры, которые имеют структуры. Ребята, сюда зашли люди, у которых структуры есть по 200, по 300, по 1000, 200-300 тысяч человек. Владимир Ярмоленко, Word-компания. Сергей Шевченко, Word-компания. Это люди, у которых были структуры больше 200 тысяч человек. Это люди, которые пришли в этот сервис и сказали, что, ребята, идея будет перепись населения. Если вы кому-то сейчас расскажете, то я не буду ваш сервис продвигать.
В итоге эти люди сейчас имеют самые большие результаты. В итоге эти люди сейчас имеют структуры больше 10 тысяч человек. В итоге эти люди заработали больше 10 тысяч долларов за 29 дней. Не было еще хайпа, не было еще рекламных интеграций, не было еще того момента, когда вы будете просыпаться и видеть в своих инстаграмах везде хэштег Instime, потому что все блогеры, все предприниматели, все инфлюенсеры, все лидеры мнений, все пользователи, когда поймут, что такое Instime, когда они разберутся, в чем заключается идея, когда они убедятся в том, что это та услуга, которая работает, это та возможность, которой сейчас нет абсолютно нигде в мире, я вам гарантирую, ни один человек не сможет пройти мимо. Поэтому не гонитесь за количеством. Не надо сейчас построить структуру 800 тысяч человек, и чтобы никому ничего не объяснять. Гонитесь за качеством. Лучше вы троих людей подключите, лучше вы троим людям объясните, лучше вы введите их в курс, покажите, как это все работает, и поверьте мне, ни один из этих троих людей не сможет просто так спать ночью, потому что я уже четвертый месяц не сплю. И когда третий месяц, я сплю в день 2-3 часа, но мне этого достаточно, потому что как можно спать, когда проект, которым ты горишь, которым ты живешь, который ты вкладываешь всю душу и тело, взрывается на весь мир, запускается на 94 страны за 29 дней, переваливает отметку 70 тысяч регистраций. Вы можете спать? Я не знаю. Вы еще не подключили троих людей? Тогда почему вы еще сидите? Вы еще не убедились в том, что начисляется партнерское вознаграждение? Так подключите троих, посмотрите на свой баланс. Выведите за 2 минуты на любую карту банковскую, любую банковскую карту мира $26.10 за троих лично приглашенных и поймите, как это все работает. Не хотите использовать партнерскую программу? Пожалуйста, пользуйтесь услугой. Услугой, которой сейчас нет на рынке. Услугой, которая сейчас максимально конкурентоспособная, потому что нигде в мире за $58 ты не купишь столько трафика. И когда мне кто-то там, когда я 3 месяца назад летал в Москву, я давал сервис очень известным людям, которых вы все знаете, протестировать Диме Портнягину, Саше Перегудову, его СММщику, блогерам-миллионникам, у которых по 10, по 5 миллионов подписчиков, владельцам диджитал-агентств, владельцам-маркетологам, для того, чтобы получить от них обратную связь и внедрить это в Instime, улучшить это. И за 3 месяца платформа просто огромнейший вал работы осуществила для того, чтобы улучшить. Огромнейшее количество нововведений, огромнейшее количество обновлений, и все то только для того, чтобы вам было проще работать, потому что я сейчас, знаете, как подшучиваю, я говорю, что Instime — это не платформа для продвижения, не какой-то там сервис, это своеобразный благотворительный фонд. Почему? Потому что с $58, которые выплачиваете за услугу, $40 Instime отдает обратно в сеть, обратно в партнерскую программу, обратно в 15 линий. Вот эти 15 линий – это и есть партнерская программа, в которой находится 66% от $58, где находится $40, которые отправляются обратно участникам платформы. Понятно вообще, что я вам рассказываю? Напишите, пожалуйста, мне в чат нормально, а то я, может быть, увлекся, полчаса вам говорил и там сам с собой. Меня вообще нормально слышно, видно? Все отлично, отлично. Все супер. Все. Замечательно. Все, друзья, тогда продолжаем. Вот. И понимаете, сейчас, учитывая то вообще, что происходит сейчас на рынке, учитывая то, что сейчас происходит в Инстаграме, учитывая то, что происходит сейчас в этом офисе, потому что вот вон сидит вся команда, я вам... Давайте я вам даже вот прямо в прямом эфире такой экспромт. Вадим, передай привет всем. Всем привет, ребята. Вот, и каждый день, буквально каждый день в этом офисе вот происходит огромнейшее движение, потому что привлекаются люди с разных стран, привлекаются лучшие умы мира, привлекаются люди, которые топовые маркетологи во всем мире, сетевики сюда приходят, которые имеют структуры не 300-400 тысяч человек, а люди, которые имеют сетевые компании, у которых больше 1 000 000 пользователей. И то есть, и когда сейчас все слышат об Инстаграме, они говорят, да ладно, вот ну, неужели, вот как такое может быть? Потому что это сеть внутри сети, это своеобразная экосистема, которая позволяет в чистую, в открытую, без каких-то серых методов продвигать свой профиль. И сейчас, вот внимание, сейчас внимательно послушайте, когда кто-то вам скажет, что это все боты и накрутка, друзья, это все очень легко проверяется. Вы... Продвигая свой пост, когда заказываете лайки, комментарии, сохранение, просмотры, вы это можете все очень, очень сильно отследить. Вы просто на этот пост потом заходите, кстати, Instagram,
Вы просто на этот пост потом заходите в статистику и смотрите в поле из профиля. Из профиля, и там будет показываться та цифра, которая пришла вам с Инстайма. Так вот, Инстаграм настолько ужесточенно смотрит за ботами, накрутками и всей этой историей, что ни один бот, ни один серый метод не будет отображаться в статистике, потому что статистика — это только то, что является органическим. Это я просто сейчас сказал для того, чтобы там многие, кто думает, что они разбираются в работе Инстаграма, как появляется, там многие пытаются уже записывать видеоролики, говорить, что это все не работает, говорить, что это все... Окей, мы не будем тратить время на то, чтобы каждому объяснять, каждому хейтеру там доносить, переубеждать. Нет, мы сюда пришли далеко и надолго, пришли все открытые, публичные, у нас нет какой-то негативной, у нас нет какой-то серой схемы, у нас нет какой-то серой задумки, потому что мы хотим сделать так, чтобы абсолютно каждый человек, который прикоснулся с платформой, ребята, я попрошу, не рисуйте на экране. Кто рисует на экране карандашом? Пожалуйста, не надо этого делать. Вот. Чтобы абсолютно каждый пользователь платформы мог прийти и сказать, что, блин, как я до этого жил без Инстайма. Вот. И мы не говорим какими-то высокими фразами, мы не говорим, что завтра вы зарегистрируетесь, у вас будет 22 миллиона подписчиков, мы не говорим, что платформа там сейчас будет каждый день без техработ. Нет, платформа сейчас на официальном пристарте, каждый день происходит техработа, каждый день происходит обновление. Но у вас всех есть возможность прикоснуться к тому, что сейчас идет на весь мир, что сейчас разорвало просто вот так в клочья все парадигмы. И я прошу, пожалуйста, не рисуйте на экране, потому что я сейчас остановлю трансляцию. Я не могу, к сожалению, убрать этого, но давайте будем взрослыми людьми. 335 человек, давайте относиться с уважением друг к другу и давайте ценить время друг друга. Поэтому, пожалуйста, не надо. И сейчас практически, когда это происходит, я называю это digital революция. Своеобразная digital революция, которая в своем роде переворачивает весь мир. И я вам сейчас хочу показать видеоролик. Видеоролик с официальной презентацией, которую мы делали уже в это воскресенье, которое было, на 1000 человек в Киеве на Инстамании. Вот я вам сейчас просто хочу показать этот ролик. Друзья, напишите плюсик, если хорошо слышно, если хорошо видно. Супер, все, продолжаем тогда. Извиняюсь, что немножко задержался. Не пишите, пожалуйста, друзья, давайте будем чуточку серьезнее.
Так, друзья, прошу прощения, к сожалению, по техническим причинам сбилось. Я не смог вам показать трансляцию. Ну, давайте, ладно, не будем останавливаться на маленькой неудаче. Вот, и возвращаемся сейчас. Давайте демонстрацию. Я сейчас вам обратно включу. Да, извините, просто не получилось показать, потому что кто-то включил тоже, и оно все сбилось. Вот, теперь хорошо видно? Напишите, поставьте два плюсика, если хорошо видно и хорошо слышно. Супер. Кстати, я вот пока веду трансляцию, мне все пишут в личку, и смотрите, кто мне... Вот Сергей Шевченко, кстати, я его озвучил, вот он пишет: «Вадим, у нас еще огромнейшее количество людей, которые пришли в инстайме, которые уже активно его качают. Смотрите, Лычакина Наталья, 120 тысяч структура, Игорь Числов, 300 тысяч структура, Андрей Карташов, 70 тысяч структура, Алексей Козловский, 500 тысяч человек». 500 тысяч человек, 500 000, просто вдумайтесь. И есть очень много тех людей, которых мы еще не можем озвучить. Ну да, потому что многие еще сейчас разбираются в сервисе, тестируют его, пытаются с ним ознакомиться, ну и потом будут лично заявлять. Пауло Ворл, Бразилия, 700 тысяч человек, Ольга Кац, 80 тысяч человек. И я еще не называю своих людей, которые молодые, которые молодое поколение, потому что сейчас конкретно огромнейшее количество блогеров, огромнейшее количество людей, предпринимателей уже сейчас включилось. И мы специально просили, чтобы сейчас не сильно афишировали, не сильно рекламировали платформу, потому что много моментов внутри делается для ознакомления, обучения, технические работы. И те, кто сейчас уже в сервисе, это те люди, которым по-доброму, знаете, кто-то кому-то рекомендует. Те люди, которых своих приглашают, друзей, близких. И сейчас, на данный момент, то, что происходит вот практически в сервисе, там каждый день, каждый час несколько сот регистраций, это говорит о том, что когда будет 21 июня, когда будет официальный старт, когда там фанфары просто уже пробьют колокола своеобразные, так, это будет взрыв. Почему? Потому что если сейчас за такой короткий период, за 29 дней сервис набрал уже такой огромнейший фурор, уже столько внимания к себе привлек, то мне реально... душу просто захватывает от того масштаба, который может совершиться буквально после 21 числа. Поэтому те люди, которые сейчас находятся здесь, это считайте, что вы вытянули счастливый билет. И как бы там это банально ни звучало, но так и есть. Потому что мы не говорим какими-то там громкими фразами, мы изменим жизнь, мы там все потеряем, вы там все вот сможете по-другому жить, вы сможете заработать огромные деньги, там, сделать себя миллионером. Нет, мы говорим реальными фактами. Если вы будете работать, вы сможете... привлечь огромнейшую аудиторию в свою команду, это подписчики будут ваши. Вы сможете продвинуть свои учетные записи и на этом потом неплохо зарабатывать, потому что ваш профиль раскрутится, вы сможете продавать рекламу, делать разные коллаборации и монетизировать ту аудиторию, которая к вам придет, так, как вы хотите. Потому что таких возможностей сейчас, ну, на самом деле, такие возможности выпадают раз в жизни. Вот, и если кто-то еще не понимает, что такое подписчики в Инстаграме, то подписчики в Инстаграме — это... когда я прихожу в ресторан и говорю, что давайте я поужинаю у вас, вот мой профиль, и я отмечу вас в сторис. Я сниму сторис вашего ресторана и сделаю отметку в ресторане. Давайте я за это бартер своеобразный, а вы мне бесплатно ужин. Окей. Инстаграм-подписчики — это то, когда ты летишь на Бали в гостиницу 4 звезды и говоришь, что вот мой инстаграм-аккаунт, это я не про себя говорю, это я просто пример. Вот мой инстаграм-аккаунт, на нем там 100 тысяч подписчиков. Давайте я у вас 3 ночи, вы мне даете бесплатно, я вас отметку в сторис сделаю. Ну и, соответственно, таким образом поступаем. И посмотрите, сколько много блогеров стало, сколько много людей начали зарабатывать еще больше благодаря этим возможностям. Сколько людей начали в своих сторис рекламировать каждый день что-то. Потому что в СНГ инстаграм недооценен, я вам еще раз повторюсь. В Штатах там просто бешеная активность. И сейчас в Инстайме у вас есть возможность не только на СНГ, не только на Штаты, а на весь мир продвигать свои публикации, свои посты, свои учетные записи, ну и, соответственно, привлекать аудиторию со всего мира. Вот, и в той системе, которая максимально простая, максимально понятная, максимально лояльная, это делать еще проще. Поэтому что вы получаете, когда вы регистрируетесь в Инстайме? Вы получаете 50 тысяч просмотров, вы получаете 30 тысяч лайков, вы получаете 300 комментариев и 1000 сохранений. И если вы пригласите в сервис 3 людей, у вас открывается тариф Pro. Ваше количество трафика увеличивается в 2 раза.
Минимальная активность, всего лишь троих пригласив, всего лишь троим людям порекомендовал, всего лишь открыв свою телефонную книгу и набрав троим людям, у которых есть Инстаграм. Вы получаете в два раза больше трафика. 100 тысяч просмотров, 60 тысяч лайков, 500 комментариев и 2000 сохранений. Всего лишь за то, что вы порекомендовали платформу троим людям и правильно донесли им информацию. Но это еще не все. Если вы это сделаете за первую неделю после регистрации, сервис вам дает бешеную возможность получить это все на следующий месяц в подарок. Вы получаете следующий месяц в подарок, если вы пригласили троих людей после регистрации за 7 дней. Если они в течение 7 дней после вашей после регистрации оплачивают подписку, вы получаете следующий месяц в подарок. Уходим в математику. Вы заплатили $58. Вы получили 2 месяца бесплатного трафика, точнее, вы получили не 2 месяца бесплатного, вы за это $58 заплатили, а вы 2 месяца огромнейшего трафика, которого вы нигде не найдете в мире. $58. Но уже вы заработали с троих людей, которых вы лично пригласили, с каждого по 15%. Это значит, что вы заработали $26.10. Заплатили 58, забрали 26 и еще получили второй месяц подарок. И еще получили в два раза больше трафика. Для этого что, нужно мешки тягать? Для этого что, нужно бегать в какой-то другой конец города бежать? Нет. Всего лишь взяв телефон и набрав троих пользователей. Потому что многим удается подключить свою команду, подключить личников уже через 10 минут после того, как они посмотрели презентацию. Это я не шучу, это просто мне там ребята пишут: «Вадим, боже, ты так зарядил там». Я настолько вдохновился, что просто взял, начал звонить там всем. Вот у меня трансляция вчера была в 2 часа дня. Мне сегодня Игорек там звонит, Игорь, один из Тернополя звонит, говорит: «Вадик, 10 людей подключил уже за день». Человек просто заработал $87 за то, что вчера посмотрел трансляцию. Но это не все. Дело в том, что каждый месяц идет абонплата. Каждый месяц человек оплачивает подписку. А это значит, что Игорь будет каждый месяц получать $87. Но те люди, которых он подключил, те 10 человек, если они разберутся в сервисе, если Игорь им правильно донес информацию, если Игорь им правильно объяснил, они тоже начнут приглашать. И таким образом растет команда в геометрической прогрессии, растут все подписчики в геометрической прогрессии и растет ваш доход в геометрической прогрессии, потому что те 66%, о которых я говорил, они идут на всю вашу команду. И скрипт сделан так, что в Инстайме используется тренарная система мультиуровневого маркетинга. А это значит, что первая линия – это 3 человека, вторая линия – это 9 человек, третья линия – это 27, и так до 15 линии. И в 15 линии стоит 14,5 миллионов человек параллельно. И это не значит, что им друг на друга надо подписаться. Это значит, что человеку в 15 линии, там, где параллельно стоит с ним еще 14,5 миллионов, нужно выполнить всего лишь малейшее действие. Оплатить подписку, перейти в раздел «Задания» и подписаться максимум на 15 человек. 15 человек, которые стоят над ним. То есть не биржа взаимообмена, где параллельно на всех подписываются, а в высоту, там где 15 линии, человек подписывается на того, кто его пригласил, и на того, кто пригласил друга его, того, кто порекомендовал его платформу. Таким образом, вы получаете огромнейшую аудиторию платежеспособных подписчиков. То есть помимо услуги, которой нет аналогов на рынке, помимо трафика, который в два раза увеличится, если вы проявили активность, если вы пригласили троих людей, вы получаете еще огромнейшую армию подписчиков, которые будут следить за вами, которым вы дальше показываете свой контент, которых вы можете дальше, с которыми вы можете дальше общаться, конвертировать этих же людей в деньги, продавать им какие-то товары, услуги, рекомендовать им что-то, продвигать что-то. То есть, ну, это бешеные возможности. Я не знаю, у меня ни одного отказа нет, ни один человек, которому я рассказывал за Инстайм, ни один не сказал нет. И те люди, которым я рассказал за Инстайм еще 4 месяца назад, те люди, которые сейчас заработали уже больше 1000, 2000, 3000 и даже больше 5000, ну, они все говорят: «Вадим, это жесть, это перепись населения». Ну, оно, мы, знаете, мы шутим так, но так и есть. И я вот, я позавчера обновляли статистику, смотрели, сколько люди заработали в сервисе за 27 дней. И состоянием на позавчера в сервисе за 27 дней
было заработано 217 человек, заработало больше $100, 65 человек заработало больше $500, 21 человек заработал больше $1000, 9 человек заработало больше $3000, 5 человек заработало больше $5000, 3 человека заработало больше $10000. А теперь скажите мне, пожалуйста, какой сервис, какая компания за 27 дней своего существования дала возможность такому огромному количеству людей продвигать свой бизнес, продавать свои услуги и еще и на этом зарабатывать? В открытую, в белую, прозрачную. Не знаете? Я тоже не знаю. Поэтому, если вы не будете использовать возможность Instime, очень обидно будет, если когда там через полгода вы проснетесь и увидите, что весь дом ваших жильцов, вся улица людей, которые живут на вашей улице, весь город, который живет с вами, все в Инстайме, а вы говорили, что да нет, это что-то, это боты, это накрутка. Да нет, это не работает, там ничего не будет работать. Да я уверен, что это все завтра закроется. А вот те люди, первооткрыватели, те люди, которые смотрят эту трансляцию, те люди, которые первыми зарегистрировались в сервисе, те люди, которые не ноют, что происходит техработы, а те люди, которые понимают, с уважением относятся, те люди, которые понимают, что они вытянули тот билет, который, ну, не вытягивает даже 1% населения планеты. И вы находитесь в первых рядах. Поэтому я не знаю, что еще нужно для того, чтобы люди уделили время, разобрались и поняли, что такой возможности, как в Инстайме, они еще по факту не имели нигде. Потому что если вы правильно донесете человеку, если вы правильно объясните, ни один человек не сможет вам сказать «нет». И механизм взаимодействия аудитории с контентом Инстайм, он происходит таким образом, что абсолютно все пользователи, которые заходят в платформу, когда они выставляют свои задания, когда они продвигают свои посты, максимум в день можно продвигать 3 поста. На каждый пост максимальный лимит. 3000 лайков вы можете заказать, 50 комментариев вы можете заказать и 50 сохранений. И, соответственно, 3000 просмотров, если это видеоролик. Заходя на платформу, вы выполнили 30 заданий, ежедневное задание вам начисляется. Эти задания — это и есть те же лайки, те же комментарии. То есть таким образом, те люди, которые заходят на платформу, ставят задания, в этот же момент, после того, как они нажали поставить задание по лайкам, в этот момент все пользователи платформы получают эту же публикацию, на которую заходят, ставят лайк, на которую заходят, ставят комментарий. Поэтому это биржа, это своеобразная биржа, там, где люди помогают друг другу, выводят свои публикации в топ. И уже много случаев было там, где люди получили задание, увидели, что их заинтересовало то, что на фотографии, там были у нас случаи, там, где маникюр просто продвигали, и они написали прям. Было много случаев там, где люди из-за того, что они... Да я даже вам просто вот сейчас покажу, к примеру, дабы далеко не ходить, просто живой сразу пример, там, где людей просто на улице встречаешь, люди говорят, что, боже, пользуюсь Инстаймом 3 дня, и уже за несколько дней получили там несколько лидов. Поэтому я вот сейчас буквально хочу сразу показать. Так. Ладно, пока ищу, расскажу вкратце в двух словах вообще, что происходит. Происходит то, что многие блогеры, многие предприниматели, многие лидеры мнений, люди, которые продвигают свои аккаунты, люди, которые знают, что такое Инстаграм, используют его на максимум, они сейчас все просто сюда летят. Они летят, потому что они хотят быть в числе первых. Потому что ваши команды, все люди, которые выполняют в командах задания, это ваши подписчики. С каждого человека, который находится в вашей команде, вы получаете партнерское вознаграждение. Абсолютно все люди, которые используют платформу, это живые, платежеспособные, нормальные, адекватные люди, у которых есть деньги, которые заинтересованы, которые мотивированы выполнять задания, которые делают ежедневную работу, продвигают свои публикации, продвигают свои посты и тем самым продвигают свой Инстаграм. Так, ну... Я сейчас пока ищу. И вот знаете, мне очень понравилась фраза Сергея Пархоменко, одного из наших основных, главных, первых амбассадоров. То, что он когда услышал об Инстайме, он один из первых присоединился, и он сказал, что если Инстаграм — это сцена, то Инстайм — это микрофон. Это микрофон, благодаря которому ты можешь заявить на весь мир. Это микрофон, который может просто вот рассказать о тебе, показать тебя такому огромному количеству людей, что ты даже представить себе не можешь, потому что на самом-то деле так и есть. И все люди, которые используют платформу, которые уже продвигались в посты, в этом убедились. Поэтому сейчас, ребят, давайте интерактив. Кто уже пользовался платформой и его
посты попали в топ. Напишите, пожалуйста, в комментариях сейчас, уже попал в топ и сколько раз, если попадали. Напишите, пожалуйста, я сейчас демонстрацию прямо открою комментарий. Три раза регулярно в топ, уже попал в топ, 6 апреля плюс попал в топ, попали, три раза попал в топ, уже попало в топ, получаю, попадаю в топ 14 миллионов, все топы в пост, все посты в топ, три раза регулярно, попадаю в топ ежедневно, лучший топ, первый топ, 85 миллионов, всегда в топе. Ребята, вот смотрите, живые комментарии, живые люди, которые смотрят платформу, живые пользователи, которые, какие пруфы еще нужны, я не понимаю. Уже топ регулярно, регулярно, супер, красавчики, вообще, ну нереально круто, это... Просто жесть, как всех нас вдохновляет. И спасибо, что вы так вообще активно регулируете. И теперь второй интерактив. А теперь вопрос к лидерам и тем людям, которые уже заработали по партнерской программе. Напишите, пожалуйста, сколько долларов вы уже заработали за 29 дней? 412 долларов, 156, 138, 58, 300, 700, 25, 62, 66 долларов, 109 долларов. 335, очень много, Шевченко. Сергей Шевченко заработал больше 10 тысяч долларов, так что извините, Сергей, что я сказал, но зато все будут знать, что вы мощный лидер. 340 долларов, больше 200, 320, 118. Ребята, вот. И тот, кто говорит там, что для бизнеса важно не попадание в топ, а продажи услуги, согласен. Но в топах находится огромное количество охвата, огромное количество органического трафика, который к вам приходит и может видеть ваши публикации на первых местах. Разрабатывается очень много внутренних моментов. И самое взрывное, что будет, это возможность ставить свои задания, ставить свои публикации, продвигать, и чтобы их выполняли только те люди, которые будут вашими целевыми. Только те люди, которые по вашим хэштегам, которые проявляли ранее интерес, которые лайкали хэштеги или публикации по тем хэштегам, или по тем геолокациям, или тот фотоконтент, который вам нужен, только они получали задания. То есть это будет своеобразный таргетинг. Если сейчас все пользователи платформы получают задания на комментарии, то потом будет возможность, чтобы вы сами выбрали ту аудиторию, которую хотите по интересам, и только она видела ваши публикации, и только она выполняла задания. Тем самым это просто вот так. Это пуст огромнейший для бизнеса. Поэтому дальше идем. Друзья, для кого это полезно? Пользователя, пользователь, который продвигает себя, пользователь, который просто хочет сделать свой Инстаграм популярный. Для предпринимателя, предпринимателя, у которого продвижение своих товаров и услуг, который монетизировать хочет свою аудиторию, который хочет ее увеличивать. Для блогера, который монетизирует свою аудиторию и увеличивает количество подписчиков. Потому что блогер, к примеру, я, мне приходит какой-то бренд, мне говорят: Вадик, я хочу сделать рекламную интеграцию. Сколько? Я говорю: $1000 за отметку в сторис. Они говорят: окей, мне раз заплатили, я записал сторис и все. В Инстайме я делаю рекламу на всю свою аудиторию, на 36 тысяч подписчиков. Пускай 5 тысяч человек смотрит, с них 1000 человек регистрируется. И представьте, с 1000 человек я получил $8700. И эта сумма ежемесячно. Поэтому всего лишь раз выполнив работу, вы получаете это ежемесячно. Потому что ежемесячно люди оплачивают. И если человек, пользователь платформы, не оплатил $58, он не получает тех подписчиков, которые идут к нему в команду переливами, он не может пользоваться услугой, он не может строить свою команду, потому что его партнерская ссылка будет нерабочей. Поэтому платформа все делает для того, чтобы каждый пользователь был минимум активен, всего лишь троих пригласил. И это ему дает в два раза больше трафика, это ему дает второй месяц подарок, это ему дает уже возможность зарабатывать, это уже ему дает возможность привлекать своих подписчиков со своих команд. Вот, и я сейчас просто хочу вам банальную, обычную математику рассказать. Что касательно вообще самого сервиса, потому что все максимально просто и понятно. Вот что получает активный пользователь Instime. Это я сейчас обращаюсь к тем людям, которые будут его активно продвигать. Для того человека, который решил порекомендовать сервис троим знакомым в первую неделю с момента регистрации, то есть в первые 7 дней. Да, ребят, буквально сейчас еще 10 минут, и я заканчиваю. Вы получаете, если вы за первую неделю после регистрации пригласили троих, и они 3 оплатили, уровень Pro, что дает в 2 раза больше активности для развития своего Instagram-аккаунта. Второй момент. Второй месяц пользователю в подарок.
Третий момент. $26, 10 центов вы уже получили по партнерской программе на счет. И подписка у вас в сумме получилась $31, 9 центов, 90 центов за 2 месяца. За 2 месяца вы купили столько трафика. Плюс ко всему, четвертый момент. У вас появляется возможность снятия заработанных комиссионных по партнерской программе, потому что у партнера, пользователя сервиса, открывается возможность вывести свои средства только после того, как вы пригласили троих людей лично по своей ссылке. Только после того, как вы лично пригласили троих участников и они оплатили, у вас открывается возможность вывода. Вывода средств на любую банковскую карту мира. Пятый момент. Платежеспособную аудиторию в виде всех подписчиков. Но тогда предупреждаю вас, вы запустите денежный маховик. Потому что если вы откроете для себя систему 3 по 3, это значит подключить троих и обучить их тому, чтобы они тоже повторили это действие, то есть подключили троих. И так будет делать каждый, то, ребята, вдумайтесь, если бы каждый пользователь платформы подключил троих, и каждый следующий на протяжении часа подключал тоже троих, то за 15 часов можно было бы выйти на доход $13.5 миллионов и 21,5 миллиона человек, это все были ваши бы подписчики. Это чистая сухая математика, ничего больше. Возьмите листочек, просчитайте. Это не какие-то космические цифры, это просто математика. Да, это идеальный расклад. Да, конечно, никто каждый час там не будет приглашать каждый три, но это схема, которая показывает, что механизм рабочий. А теперь, но тогда предупреждаю вас, вы запустили денежный маховик, и если вы откроете для себя систему 3 по 3 и еще повторите ее с вашими приглашенными, то в таком случае вас уже будет не остановить, потому что маховик сам за вас уже идет. Люди сами приглашают людей, люди сами регистрируются, люди сами уже проплачивают, и вам это все идет в команду, вам это все идет в подписчиков, и вам это все идет в партнерское вознаграждение. А теперь вопрос. Тяжело ли в сервис с емкостью рынка 1 миллиард пользователей и 700 миллионов пригласить за неделю всего лишь троих пользователей и помочь им сделать то же самое за вторую неделю? Думаю, ответ вообще очевиден, правда? Ну, то есть только лентяй скажет, что нет, невозможно. Только лентяй скажет, что я не могу подключить. А теперь просто посмотрите и вдумайтесь в эту магию цифр. Первая неделя. 3 человека, с каждого по $8.70. Это $26.10. Вторая неделя. 9 умножаем на $2 и 9. Потому что первое лично приглашенное 15%. Следующие 4 линии по 5%, следующие 4 линии по 4%, еще 4 линии по 3%, и последние 3 линии, 12, 13, 15, по 1%. Вот здесь спрятано 66% маркетинга. Вот здесь $40 компания отдает вот этим всем людям. Поэтому вторая неделя, 9 умножаем на $2.90, 26 и 1. Третья неделя, 27 людей, то есть 3, 9, 27, 81, это о людях. 27 людей умножаем на $2, 9 центов, 90 центов, 78 и $3. Четвертая неделя, 81 человек умножаем на $2, 90 центов, $234. $234 за месяц, которые вам будут ежемесячно приходить всего лишь за то, что вы подключили троих людей. А если заходить дальше? А если считать математику дальше? Итого, за первый месяц пользования сервисом вы получили всплеск активности в вашем Инстаграме, который вас продвинул в топ. Вы получили 120 живых подписчиков, и, внимание, в сумме, если посуммировать, за 4 недели 3, 9, 27, 81 вы получили в сумме $365.40. Где такое еще возможно? Покажите мне сервис, я сам туда приду и зарабатывать там деньги. Вот, а теперь приготовьте мозги еще раз. Дальше идем. Это мы только рассказали о 4 неделях. 5 неделя, 243 человека на $2.3, $558. Шестая неделя, 729 человек на $2.3, $1676. Седьмая неделя, 2187 человек на $2.3, $5030. Восьмая неделя, 6561 человек на $2.30, $15090. Что? Вы это видели? Через два месяца у вас 9840 новых платежеспособных подписчиков, и в сумме, если вот эти все 8 недель посчитать, вы заработали $22,000 721.40 чистой прибыли в карман, которая будет ежемесячно. Если кто-то не понял, просто возьмите листочек, просчитайте всю математику, просчитайте партнерскую программу, потому что это та партнерская программа, благодаря которой в сервис прилетело просто 70 тысяч регистраций за 29 дней. Сервис, который залетело просто и благодаря этой партнерской программе, резиденты из 94 стран, 94 страны зарегистрированы на админке,
оттуда пользователей зарегистрировали. Просто вдумайтесь в эту цифру. Все, что вы сделали, это вы реально вот приложили минимум усилий. Вы пригласили только троих людей и научили их делать то же самое. Это сила 3 по 3. Вот реально 3 по 3. Никакой мистики. Обычная, простая формула. Где такое еще возможно увидеть? После этого поста просто невозможно спокойно спать. Уже думайте, кто ваши первые 3 человека, внедряйте формулу и свое развитие, через месяц вы увидите наяву. Вы поймете, что это такое маховик Инстайм, вы поймете, что такое бронепоезд Инстайм, потому что это все поймет абсолютно любой человек. И что важно, за один раз проделанную работу, всего лишь один раз, вы получаете ежемесячно. И если кто-то тут думает, что 3 человека тяжело пригласить, то просто берете свой телефон, смотрите, кто зарегистрирован в Инстайме, ой, в Инстаграме, потому что скоро все будут зарегистрированы в Инстайме, и просто его набираете. Просто рекомендуете платформу, просто объясняете. Все, дело в шляпе. Просто научитесь правильно это делать. Не нужно выдумывать свои истории, не нужно придумывать, кто здесь, не нужно придумывать какие-то от себя бредовые, да, ну, какие-то вранье какое-то. Не надо. Потому что в первую очередь это не сетевая компания, это не какой-то там серый механизм, который непонятно как работает. Это сервис с партнерской программой. Это сервис с партнерской программой, у которого есть возможность продвигать свой профиль в Инстаграме, и благодаря которому сервису можно заработать огромные деньги по партнерской программе. Вот. Возвращаемся. 5% комиссионные первые 4 линии, 4% комиссия первые 5 с 5 по 8 линии, 3% комиссия с 9 по 12 линии и 1% комиссия с 13 по 15. И 15% комиссия за личное приглашение. И таким образом, 120 человек, умноженных на $2.90, это 5%, это 120 подписчиков в течение первого месяца, это $370 дохода. Дальше, 9840 человек в вашей линии. Это все умножаем на $2.32, 4%. 9840 подписчиков. У вас уже доход $22915. Это вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9 линии у вас, вдумайтесь только, вот 797 тысяч. Возможно, ошибся сейчас. Не берите за внимание, что на 9 линии. 797 160 платежеспособных, адекватных подписчиков в течение третьего месяца. Это если каждый на протяжении недели подключил троих, и тот, кто подключился, тоже на протяжении недели пригласил троих. То есть по такому механизму, в этом расчете у нас это все просчитано, то это доход $1,392,852. Все просто, просто берите и считайте. С чего начать? Первое. Попросите промокод у того человека, который вас пригласил на эту трансляцию. Попросите промокод у того человека, который вам рассказал о сервисе. Ваш промокод, вот он вот так выглядит, вот копировать код, он находится в вкладке «Финансы» в бэк-офисе, у каждого в личном кабинете. После того, как вам человек сбросит ссылку, сделайте второй момент, пройдите регистрацию, там все максимально просто. Но будьте максимально внимательными, вводя свои логины Инстаграм, потому что многие люди неправильно вводят, а потом пишут в службу поддержки, боже, я не тот Инстаграм подключил, поэтому внимательно пишите все. Третий момент. Оплатите подписку на услугу $58. С любой банковской карты, Visa, MasterCard вы можете это совершить. Или с криптовалюты. Четвертое. Выполните задание. После оплаты вы переходите в вкладку задания и просто выполняете эти задания, которые у вас там будут. Максимум 30 заданий в день. Но первое, что вам нужно сделать, это подписаться. Пятый. Используйте свой трафик для своих публикаций. Максимум 3 поста можно продвигать в день. Максимум 3000 лайков, 50 комментариев, 50 сохранений на один пост. Шестое. Развивайте свою команду. Приглашайте людей. Седьмое. Действуйте и смотрите, как растет ваш баланс. Я вас уверяю, не пройдет и месяца, как те люди, которые сидели на этой трансляции, которые уже заработали больше $1000, они смогут заработать там больше $5000 просто из-за того, что уже механизм пошел, уже его не остановить, уже пошла цепная реакция, уже началось то, что... вот так бомбит на весь мир, и все максимально просто, все максимально понятно, все максимально ясно. А теперь, если вы сегодня на этой трансляции, которая длилась час, я специально дал Вадиму 20 минут для того, чтобы он с вами пообщался и себе поставил рамку, что час буду с вами общаться. Вот сейчас час прошел, ровно час, я начал в 7:20, сейчас 8:20, поэтому
Если вам сейчас было полезно, если вам сейчас было понятно, если вы сейчас разобрались, поняли, что, куда и почему, напишите, пожалуйста, отзыв о вебинаре. Вам зашло или не зашло? Буду вам очень благодарен. Отзыв в комментариях тут в чате. Все зашло, зашло. Третий день не сплю подряд, тащусь. Крутой вебинар, супер, огромно зашло. Зашло, зашло, супер, супер. Было все супер, классно, благодарю, зашло, благодарю, Вадим, огонь, супер, супер, зашло, все классно, супер, боже, я так вдохновляюсь, когда вот вижу, что люди все понимают, и когда ты понимаешь, что ты делаешь что-то созидательное, когда ты понимаешь, что ты часть того, что сейчас помогает огромному количеству во всем мире, ну, это нереально вызывает вдохновение, и я надеюсь, после этого вебинара вы сегодня не будете спать, я же только в добрых намерениях, поверьте. Супер, вы крутые, сервис огонь, отлично. Такие видео хочется показывать всем. Как это возможно? Супер, все прекрасно. Супер, спасибо вам за отзывы. Мне нереально приятно. Спасибо, что пишете. Кстати, кто хочет, можете подписаться на мой инстаграм. Вадим Скляр. Вот, я там, повторюсь, я там постоянно публикую новости по инстайму, постоянно веду свой лайфстайл, и у вас есть возможность от них из первых. Вот, это все понимать. Ну, знаете, вот, как всегда, я вижу 95% положительных отзывов, вижу 5% негатива. Ну, в принципе, это стандартная статистика, без этого никак, поэтому чем богаты, тем и рады. Спасибо и на этом. Вот, поэтому, Вадим Скляр, подписывайтесь на Инстаграм, ставьте лайки, пальцы вверх. И еще момент. Вам эта конференция была полезна, вам ее сделать в записи, выгрузить вам, чтобы ее могли использовать для того, чтобы показывать своим участникам? Если да... А, я уже вижу, да-да-да-да-да-да-да-да. Окей, хорошо. Хорошо. Тогда у меня к вам просьба. Подпишитесь все на мой инстаграм, а я завтра в 12:00 выгружаю запись в эфир. И я прям в инстаграме дам ссылку, куда я ее закинул. Договор? Давайте. Услуга за услугу. Супер. Все, вам огромное спасибо. Сейчас мы закончили блок презентации. Дальше люди, которые хотят послушать ответы на вопросы, вы можете оставаться. Вот, вы можете дальше продолжать. Я записывал сейчас всю трансляцию, не просто так, я делал запись этого всего. Поэтому...